О, ребят, короче, Москва, не записывала камера. Москва, Савеловский вокзал. Какой сегодня октября-то? 3-е или 4-е? Короче, вот, Сергей Фирсов, чуть ли не хоккеист. И Санек наш, блядь. Да, Савеловский. Да. Директор Савеловского рынка. Да, правильно, я директор. Сдали они металл, короче, бабла у них хуево гора. Да. Надыбали где-то какой-то рыбы там, котлет. Идут продавать. Да, идем. Сейчас продавать. Я с ними, да, прогуляюсь. По приколу. Вот, потом схожу на сам Савеловский. Там посмотрю. Я никого не ебал. Ты родился такой. Пошел нахуй. Пусай завтра. Санек, ну как, житуха-то? Как здоровье? Все нормально? Нормально, мы поймели. Ну? Мы купили 5 бутылок вина. Портвейн хуярите? Да. Я понял. А ой, ему похуй, что печу горит. Это снизь, дебил. Дебил, а да? Я пью только вино. Я для него водку сегодня нашел. Да? Да. Охуеть, а я что нашел? Когда банки собирали на Станколите. А-а-а. Ну, Станколит — это мой второй рынок. Лёва там работает? Да, как-то? Да. И он и помощник. А-а-а. А я вот. Вот кто на эту палёную продает, не? Продает, все он продает. Вот такие новости, ребят. Пьют, все. У кого есть возможность. А я не пью, а самое главное говно. Желание. Я пью. Помогайте нам. Только вино. Санек, вот 3 топора там, хуя. Много, че у тебя там? Ага. О, пожрать. О, пожрать у них там есть. О, ебучий случай. Ой, это что? О, ёб твою мать. Да тут тебе упиться, ну. Опять в говно сегодня. Вдвоем. Это вдвоем только? Да. Без хвостов сегодня, да? Нет, только вдвоем. Я понял. Никак, блядь. Такая вот прекрасная сегодня погода. Да. Тепло, красота. Вон каскад мебель. Я там когда-то работал. Это наш вот Лукойл. И на Лукойле вот эти вот трубы, как их до сих пор не спиздили, я не знаю, они медные, водосточные трубы. Я бы все бы забрал. Сань, миллиардером был бы. Сань, уже давно ограбил Лукойл. Ай, легко. Надо Лукойл ограбить. Ну, нормально более-менее. Не порватые, не подратые. Ну, эти ребята двигаются, они вот, видишь, что-то нашли, стали металл, вот, пожрать себе нашли, половину сейчас продадут, тут есть женщина. Выпить нашли, что пиздец? Ну, я говорю, выпить, покушать нашли. Да, вот с этого и надо начинать. Ну. Я курить забыл купить. Я тебе дам курить, курить у меня есть. Держи. Вот она, Москва, Златоглавая. Вот третье кольцо. Там, короче, это совок наш любимый. Блин, ветер, наверное, будет плохо сегодня со звуком. Чего вы ругаетесь, Сань? А, Санёк? А? Чего вы ругаетесь? А потому что мы семейные. А, у вас семья, да? Я маленький, с ноги волны, а он мой папа. Я понял. На, тебе. Давай. Давай.
Вот так, короче, у них семейный бизнес по-савеловски. Вот я рассказывал ребятам, вот бесплатный туалет, вот две двери. МЖ. Заходишь, горячая вода, там культурненько все, чистенько. Мыло, горячая вода, этот фен. Голову можно помыть, посушить. Саня орет, блядь, как потерпевший. Сейчас посмотрим, за сколько они скинут эту рыбу. Рублей 100, наверное, даст им. О, менты. Их там менты, Сань. Здесь раньше была парикмахерская, и, короче, сюда приходили студенты. Это, ну, можно было бесплатно подстричься. Так что в Москве все можно найти. А, вот, кстати, вот эта будка, электробудка. Сейчас ее закрыли, заварили. Ну, видимо, она починили там, видимо, она стала действующая. Вот. А так, до этого, короче, ее взломали ребята и там жили в ней. Вот она, дверь. Там очень много народу жило, кстати. Еще он там. Сейчас пока не там. О, мент к ним подошел. Что он хочет от них? Че, Санек, не слушается, да? Поднимайся, пошли. Давай! Где тележка с коммунизмом? Вот у них, ты ёмар! Что ёмар? Женя! Мы и обратно везем! Местные, местные, ребят! Мы местные, Семён! Нафиг местные, а? Я здесь 94-го года! И что? А ты сколько лет здесь проработал? 91-го, бля! У! Понял, нет? Ты больше! Конечно, так что ты дальше можешь. Перестань снимать. Не, я вас не снимаю. А ты кто сейчас? Это кто? Она звезда. Так что давай. Майор. Майор? О, а ты кто у нас? Пошли, ну долго будем стоять. Уважаю. Я говорю, по погону, ты кто? Ну твой. Я живу в Подмосковье. Я просто блогер, веду блог о жизни на улице. Я раньше жил сам на улице. Да. Вот как ребята выкарабкиваются. Бухло, конечно, это плохо, но все остальное. Да вставай ты, пошли. Сильно бить не надо. Надо ластику за наштырек сбирать. Да не, нормально он все. Сань, это не поможет. И здесь соседи вы бываете, а? Да не, они просто шли вот к этой, отвезти там продукты. Каждый день тут на улице бьют. Постоянно здесь обитают. Вот там на Савеловской не были, сколько там народу. Я туда и не хожу. А я туда и не хожу. Не ходите? Другой район. Мне говорят, сюда, там другой округ. Это другой округ уже. Ну да. Я знаю. Это Тверской. Это центральный округ, а там не уже. Ну да. Северный или северо-северный. Давай. Неподъемный. Да ладно, оставь его, пусть лежит. Да, сейчас 5 минут посидит, поднимется. Они только выпили 5 минут назад. Вот мент нормальный попался. Майор к ним подошел, вставай, вставай. До сих пор стоят. Да, Санек? А, да. Заебали эти, блядь, майоры, блядь. Да мне поебать на него, это местный участковый. А-а-а. И я участковый здесь. Тоже участковый, да? Да. Я понял. Вон, мы здесь. Ну давай, я тебя здесь подожду. Там, блядь, там дверь на кнопках. Да?
Я кода не знаю. А, ждать ее надо, да? Да. Я вот понял. Тележка. Я понял. Ну подождем. Так, ребята, прервусь. Потом продолжу. Да у меня есть сигареты, я тебя отсыплю. Ну давай, ебани, пока, блядь, ветер без камней. Закусить достань себе. Что там у тебя? Фуагра есть? Кокосы, бананы. Мясо! О, мясо. Мясо тоже заебись. Мясо. А себе на зиму я рукавички достал. Ага. А или Ксюхе подарю. А то мне пальцы мерзнут. Я понял. Летом. Смычок, ранят. Не она пошла? Сань. Не она? Какой дворик? Дворик в жилетке. Да я хуй его знаю. В жилетке красные. Я понял. В жилетке, что вам, в жилетке? Ну, Сань, ты постарел вот на сколько? На 2 года после того видео. Сейчас-то сколько отожмешься раз? А что, тебе надо отжаться? Да. Да, сейчас выпью. Хоть мясом закушу. Да, сил поднаберись. Да. Хоть десяточку ёбнешь от повара. А может больше. А может больше. Меня уже заебали твои видео, блядь. Нихуя, пьяный еще отжимается. Я еще подтянусь нахуй, вон турник. Сколько тебе в рост, наверное? 1.60 наверное, нету, да? 50 метров 53 и 20 сантиметров. Миллиметра. Ну, миллиметр, я не знаю, сколько там сантиметров, миллиметр. 1.53 и 20 миллиметров. Блять, я угораю над тобой. Нормально. Вот такой вот дворик. А, вот хотел показать, ребят. Вон блиндаж какой-то. Я не знаю, что это за строение. Вон он. Там тоже жили. Вот на этой поляне тут такие гульбаны были. А вот раритет стоит, смотрите. 21-я Волга. С оленем, без оленя. Ай, без оленя. Олень очень дорого этот стоит. Нормальный такой, который настоящий. Они, по-моему, из олова делались. Поэтому их очень часто пиздят. Сань, да. Почему я ору? Ну. Из-за этого пидораса. У него одно ухо вообще не работает. Ну, у меня-то работает. Мне-то ты что орешь? По привычке? Да, он со мной живет. Я понял. Со мной живет. Вот, вся ребята, у него я был под платформой тогда, видосы снимал. Помнишь, под платформой у тебя ночевал? Да, снимал, вот. Да. А ему орать надо, блядь. Он глухой. Я его, пидор, блядь, в ухо тебе второй надо зарядить, пидору, блядь. Чтоб тебе второй, все два уха работали. Пробку выбить, да? Да, правильно. Во! Вот комар какой туда залетел. Может, дунуть ему туда или сунуть что-нибудь? Не дунуть, а... Хуяк. Ауэ, нельзя говорить. Там говорить надо. Сейчас переименовали. Му. Му, да? Му. А-а-а. Мусоров убить. Да, всех. Да, всех. А что ж ты этого майора не ебнул? Или он свой? Он этого района. А, нельзя, да, своим? Да. Понял. Он меня знает. Он его не знает. Моего напарника. А-а-а. А меня он знает все тут. Я Савеловский, так мне похуй. Куда идти, чего делать? Вот такое что, дай курить. Сейчас. Ну, блядь, в приказном порядке, нахуй. Тут не хухры и мухры на Савеловской, блядь. Разорвут, блядь, как тузик грелку. На, мясо, мясо. Жирение. Это что, конина? Мясо. Ну, как, чье мясо-то? Говядина. Говядина? Угу. Может, корова, может, бык. Бык, корове тык, да? Корова брык, спасибо, бык. Да. А мясо вкусное.
Где вот она, военная коляска? А ну, как мне открыть сколько, дверь? Сколько она денег-то даст? Она сама оценит. Ну рублей 100 вот даст, да? Нет, мало, 50. 50, да? За это может вообще дать 30. Угу. Ну, а если я мясо привез, она 50 даст. За два контейнера. Я понял. А фирс вообще хлам. Чё фирс? Хлам. Да я вижу, что хлам. Два стакана водки. Ёбнул, я его 5 минут назад видел. Два стакана водки, ёбнул и упал. А вот парень не знает, как к ней зайти. Он знает, поживи, Женя. Привезли, Женя. Ты же мясо привезли для нее. Мясо. Ох и Саня, спекулянт, блядь. Да, все продаю. Вообще все. Че сегодня металл на сколько сдал? На 650. О, нормально. И 50 копеек. А эти пузыри пластмассовые, да? Портвей? Да. И сколько такой сейчас стоит? Рублей 80? Нет. У нас на совке он стоит 89. Ага. А у них в районе, где сдаем, Марина Роща, угу, там, блядь, 98. А литруха, полтораха, ага, она стоит 189. Блядь, подорожало, да? О! Сань, блядь, заебали этим, да, сукина? Все поднимают цены. Куда поднимать, блядь? Лучше эти взять. Маленькие, вау. Ну, нормально. Нормальный он хоть? Лучше, с утра вау. Не охуеваешь с него? В пластмассовых бутылках, говорят, хуёвый. А я тебе сколько раз говорил, что мне врачи сказали пить вино, но не водку. Я понял. И ты не пьешь водку, да? Нет, я вообще ее не пью. Я пью только воду. Mm. А фирса я... Фирса напоил сегодня водкой. Коньяком. Mm. Он нихуя не ерший. Ну а чё, чё пожрать-то у вас есть, а чё он не ел? Да это на обратном. Мы по мультикам прошли. Ну, понятное дело. Там взяли. Вот она. Здорово. Да, вижу. Вот такая тачка, мы смотрите, да? Более-менее так ухожена. Вон олени на этих есть, на подпыльниках. Но они, наверное, не оловянные уже. Или не, оловянные. А переднего нету оленя здорового. Вот он приходит к дворничке. Приносит ей продукты. Ну, они такие просроченные, но еще как бы можно их есть. Помню, где-то вот в этом подъезде я халтурил. Квартиру ремонтировали, выносили мусор мы оттуда. А чтобы им не мешать, сделка, а то сделка не состоится. Волжаночка такая. Ругается на него, чтоб бутылку бросил. Ох, Санек, хулиган, бля. Давай, за ВДВ облопай. Ауе. За ВДВ облопай, Сань. Ну, я сегодня трезвый. Пока трезвый. Не буду бухать, так, пивка попью. Куда ты пошел-то, Санек? А, выкидывать бутылку. Ну и чё, куда теперь путь держишь? 50 рублей, что вот ёмный, это ёмная контора. Ага.
говорю, блядь, а он у меня спит там, отрубился. Твой блатной друг у тебя сегодня. Да, да. А он не пьет. Я не пью. Уже, блядь, год. Уже год. Правильно делаешь. А что не работаешь? Работаю, это моя работа. Это моя работа. Это моя работа. Какое? Снимаю видео. А зачем? Я блогер, веду блог свой. И нас не снимай. Вас издалека я, но вас там не видно. Я тебе, блядь, пришлю. Пришлю. Все, какая строгая тетка. Ну все, тут длинное видео получится. Кого-нибудь еще сниму. Пойду найду. Вот, ребята, переход, в котором я играл. Акустика хорошая. Вот. Ушел я, короче, от Санька. У них там свои движухи. Не буду мешать. Как бы жив-здоров. Сигарет им подкинул. Ну, деньги у них есть. Есть у меня 200 рублей, которые я могу выделить. Если у них там 650, сейчас еще полтинник, 700 рублей хватит им. Вот. Я лучше дам, у кого нету. Вот. А сейчас мы зайдем вот, ну так, беглым взглядом. Покажу, вот он, туалет. Вот, смотрите, видите, чистота, порядок. Возле трупу здесь зимой грелись. Все, раковина. Мыло есть. Сушилка. Зеркальце. Все, чин-чинарем. А там даже душ есть. Душ, но почему-то он не для всех. Здесь раньше был Сбербанк, он закрылся, когда мы его тоже взломали дверь и там жили. Всю медь оттуда поздавали, там столько меди было. Вот ночной магазин, ну сейчас водка ночью не продается. Раньше, блин, тут такие тусники были возле этого магазина. Вот летом. Еще вот Верхняя Поляна место называется. Вот на Верхней Поляне мы тут тоже зажигали. Водка, гитара, танцы, шманцы, драки. Железная дорога, которая... Вот, кстати, двухэтажные электрички. Пару раз я ездил на них. Довелось. Вот в этом овраге можно, я очень тут дохера находил всего. То телефон, то документы находил. Спортсменка. Так, а вон он, Савеловский вокзал виднеется. Черненькая белеется. Сейчас мы пройдем как-нибудь, что-нибудь еще покажу. А, сейчас еще прикол покажу. Вот это здание, это, короче, управление делами президента. Здание управления делами президента. Вот там на рельсах вдалеке, короче, костер всегда жгли, медь обжигали, жрать готовили. Ну и тоже тусовались там. Пили, песни пели. А, будку эту убрали, нету ее. Но все равно сейчас покажу. Вот, короче, где шлагбаум слева. Вот, постаментик такой. Там стояла будка. А, ну, тут стоянка раньше была, сейчас опять ее нету. То она есть, то ее нету, короче, этой стоянки. И там будка была охранника. Вот, а, сейчас она, вот она стоит, я понял. Раньше там стояла. И вот когда не работала стоянка, мы там тоже тусовались в этой будке, ночевали. Дофига мест. Вон там вот, вот вдоль моста, короче.
Сейчас покажу. Вот, короче, вот в этом проеме, там, в деревьях тоже. Ну, летом зашибись там. Не видно ничего. Никто не ходит, никто не ездит. Сейчас попробуем кого-нибудь на Савеловской встретить. Прямой эфир я не стал, ребят, включать, потому что, блин, ну они хреново монетизируются, эти прямые эфиры почему-то. Вот, так, в записи. В записи, но запись свежая. Сами видите. Осенняя пора, чай, очарование. Какой сегодня, я даже не знаю, 3 или 4 октября. Вот сейчас еще покажу вам одинокое. Блять, а как же здесь пройти? А, вон там можно пройти, точно. Так. Раньше вот здесь тропинка была, но сейчас стоят тут. Я не знаю, что тут строят. Метро, наверное, выход еще один. Никак не достроят. Вон на дерево. Вишня. Место называется наше. То есть, ну, определяемся, да. Вы где сегодня? Мы под вишней. Мы там в этой, в берлоге, там-сям. Вот под вишней здесь лежали матрасы, диваны стояли. Чего тут только не было. Жили там люди. Вон дядь Женя, который там у Женьки, он его снимал, кого там это, наркоманы его побили. Все, он на боевом посту, это его законное рабочее место. Но этих негодяев что-то не видно. Сейчас сходим сюда вот до остановки, до Бутырского рынка. Вот дом, короче, в котором эта Маша живет. Маша живет, и еще тут у нас один знакомый, Быча. Он тоже есть там где-то в видосах у Женьки. Леха Быча. Вот Леха Быча иногда так, когда в загул сам уходит, вот, он приглашает, короче, ребят домой. Там можно помыться, постираться. Ну, как бы есть варианты. Есть варианты, чтобы выжить. Так, пока не вижу. Вот, ребята, проверил я базу. Никого там нету. Куба вот пошел отдыхать. Уже криущий пиздец. Время 1 час. Он уже готовый. Денег у него, блядь, у них у всех сегодня денег куча, блядь. Тебе, говорит, дать пару соток. Я говорю, да хорош ты, ты что, угораешь, блядь. Пошел с деньгами, бухущий. Молодцы, двигаются, ребята. Вот, черного он не видел. На Бутырском рынке никого. Хер знает, где они есть. Сейчас тут по площади пробежимся. Может быть, там на лавочках обычно Валерка очкарик сидит. Одноглазый, который... Вот, я сейчас куплю пару баночек пивасика. Если Валерку увижу, куплю ему чекушку. На больше у меня нет. Нет, не он. А, вот он, ёпта. Вот они, блядь. О ком писали все газеты, блядь. О, привет, Саша. Как здоровье? Хуёво, да? Пошли в магазин, в Бристоль. Бристоль, пошли, да.
все, как всегда, с Бодуна. А, в Бристоль давай. В Бристоль пойдем. Хуёво, да? Пиздец. Только проснулся, что ли, бля? Почти что, да. Я прикинь, где? Что вообще на шкелете могу быть. Под платформой сейчас спал? Ага. Ну вот, сейчас они... Они мое одеяло пизданули. Негодяи, блядь. Одеяло спиздили, блядь. Я видел Кубу. Куба попиздил. А куда он? Туда, на диван спать. Где база была. Да. Кстати, это. Вот там, пацаны, космос, о ком писали все газеты. Ну, смотрите, чистенький более-менее. Уже дубленку у кого-то отобрал, блядь. И наш любимый Чекапека, блядь. Заебал прививать. Так тебя там все зовут. Чекапека, блядь. В интернете тебя все зовут Чекапека. Он говорит, живой, нет, нахуй. Живой, ну, блядь, говорит, немножко это, хуёво стало выглядеть. Сейчас Валерка лучше тебя выглядит, блядь. Я инсульт, блядь, ебанул, ты чё? Да? Конечно, блядь. На рельсе как увалился, ебать. Я все ноги, блядь, все руки пробивал. Ебать, кто ли. Ну, вон, что было, пацаны, короче. Бутылку купил, водички сигаретную. Они с похмелья, блядь, как эти. Постоят, вечное похмелье на Савёловской, блядь. Говорит, наезжают тут на них Куба и Коля. Надо их, блядь, встретить. Ну, Кубе сейчас объяснять бесполезно, он пьяный. Я его видел. Да, да. Давай, братан, давай. Давай я 50 грамм с вами ебану тоже. 50? 50, не, больше не буду. Не знаю. Да, ну. Обычно это не заканчивается. Не, мне надо сегодня погулять, на Новослободку сходить. Что ты мне даешь? В карман мне положить, что хочешь? Вот, заткни его за плиту. О, бля. Я это пока свои, короче, это... Ну, полторашку-то мне этот пацан кидал. Он мне говорит, купи себе пауэрбанк. Я купил пауэрбанк за 600 или за 700, что ли. Мне сегодня предлагали просто... Да? За 50 рублей. Ну вот, видишь, не срослось. Вот, чуть-чуть пораньше. А то вот так на съемке едешь, батарейка садится быстро, да, блядь. Да, пиздец. Саша, молись! Оу! Здорово! Малейкум ассалам! Малейкум ассалам, рахматулла баракату! Как? Потихонечку. Приехал в гости к ребятам. Как ты? Я отлично. А конкретно. Тут... А, переверни камеру. Вот так. Во, да. Саша, да, друга, ты куда пропал? Как куда? Работал. Где работал? На мебели. Ты что, работать научился, что ли? Да представляешь, это вообще пиздец. Ну, сейчас бросил это занятие, нахуй. А что бросил, блядь? Нахуй хуёво бросал, платят. Блядь, деньги надо хуёво зарабатывать. Платят. Ты что, платят, Саш? Платят хуёво, не вовремя. Сколько с лопатой или со станка? 64 заплатили. 4 тысяч? 64. Месяц? Миллион, а хует, может, нормально зарплата. Там ты это что? Стоит 100, понимаешь? Они мне, блядь, не додали денег. Дай бог это дали. Ну, дай бог, да. Ну, жду, 15 октября должны остальное. Что там? Снимаешь. Вон, ребят, блядь, пацаны, улетели на. Снимаю, ребят, тоже. Решали, да? Да, купил. Да. Ребята скидывают деньги. Гитара, да. Гитара, найди. Гитара и 4 штуки. 4 штуки дома гитары. Давай принеси один. Сегодня. Сегодня я в Подмосковье живу. А ты что это женщина не живешь? Что сюда. На Савеловск. С какой женщиной? Ну, которая ты познакомился. Ты с ней живешь? Вот ты вот сейчас наговоришь, а ты его сдался. 7 месяцев уже живу, она в Подмосковье живет, она не здесь. Где это? Пушкино. А, Коля уехал, короче.
Я знаю, уже, сегодня... Голливуд. Мне фотографии уже прислала Настюха. Я же с Настей общаюсь. А, брат? Давай. Короче, Голливуд вчера. О, сигареты, видишь, разломили. Нормально все. Голливуд уже там, уже нога за ногу сидит, блядь. Еще 4 часа лететь. На Чуйской долине, блядь. Так а хули лететь там 3 часа 4 часа? До Новосибирска, там до этого, блядь. Как его, ебать? Барнаул. Барнаул, да. Чуйская долина, трак. Я тут, прикинь, что покурил. А? Нет, да, мне сказал, подписчик приезжал, да? Да, подписчик, и там покури. Черного, говорит, видел, но он, говорит, через минуту умер, нахуй. Я умер сразу, нахуй. Я через тебя 5 часов не мог встать, прикинь. 5 часов, я тому, нахуй, что хуйня такая. Да, да, он мне говорил. Я мало того, что 5 часов. Чистая гидропоника, прикинь. Мало того, что 5 часов встать не мог, так еще босиком. Ну, в одном ботинке, в дождь. Маэстер, в Тверской поедем или нет? Тверской? Область, да. Зачем? К моей доме есть там. И что там будем делать? Ну, рядом озеро. Деревня, рядом листы. Да у меня в Липецкой области папа, мама живут. Там Тверской, вот рядом Волга, понимаешь? Я знаю. Байкал есть. Конаково, нет? Не Конаково? Нет, не Конаково. Осташково. А уже поздняк, бля, купаться. Деревня называется Красный. Я понял. Хорошо. Что там, Валера? Спина зажила у тебя, нет? Надо поехать. Маэстро. А? Гитару надо взять, туда надо уехать. И поехать туда, да? Да. И что там будем, вот купить? Он сейчас к любому Геленвагену подойдет и отожмет у них нахуй. А зато шашлыки, машлыки, все. Он отожмет у них сейчас гитару, блядь, ну еще пятая, блядь. 4 уже, ну две таких сломанных надо чинить, а две нормально. Где слюшку? Че, Валера, спина-то зажила? Нет. Нихуя, я ебу. Ну, блядь, там пиздец. Мне тоже надо швы снимать, я хуй знает, как снимать. А ты где пизданулся? Я же говорю, на рельсе ебался. Я инсульт пизданул, я на рельсе прямо откололся, блядь. Ну, рожа у тебя, конечно, опухшая, пиздец. И поперек лежал, прикинь. Я ебать, хорошо, что поезда не было, нахуй. Так бы пизда не было. Хоть тормознул. Ну да. И тормознул. Где ты такую дубленку, блядь, отжал? В больнице. В больничке? Ну, подлечили, ноги вроде нормально, да? Не опухшие. Ноги так больные, видишь, хожу. Хожу, бля. Ползу, бля. Не, ну опять уже. По сравнению с тем, что было. Тут мамба куда-то съебался. Вот это вот, блядь, интересно. Что за мамба? Амба, ебать. Амба. Так он, его сказали, что его в это забрали. Специальный дом. Не всегда, где-то при церкви. Да. Какую-то церковь, курить да. Нельзя, нахуй. Баптисты, что ли, там, да. Или кто-то хуисты, хуй поймешь. Ну, слава богу, хоть подлечится немножко, а то он уже пиздец доходит, нахуй. Меня сейчас в тюрьму посадят, нахуй, я подлечусь. Нахуя? А? Нахуя тебе? У меня статья, на Гюлюгазе. Ебать, Толис. Я сейчас вот 6 числа должен идти отмечаться. 6, 7 и 8. Чтоб в адеквате приходил. На меня с утра. А это Маша-то здесь не появляется, которая Саша Маша, блин? Не. Как Саша Маша не появляется? Нету. Да Саша Маша. Ну пиздоголовый. Не, панда. Панда ебаная, блядь, это маленькая, залупа. Да, да. Зубы. Салам. О, нихуя себе. Блядь, меня тут все знают, ебаный носок. Я их не знаю. Кто это пошел? Да я хуй знаю. Девчонки позвали бы меня, другое дело. Зовут, блядь. Это петухи какие-то зовут. Че, Валер, поправился немножко? Ну, выпивайте, хули вы сидите, смотрите на нее. Сейчас
общался, дружи, провалился. У бомжика уже 5 флянцев, блядь, портвейна, нахуй, и на кармане 600 с лихуем рублей. Еще надыбали какие-то продукты, пошли дворнички продавать, блядь. С бомжиком это вообще... Это коренной водитель, нахуй. Вокзал, он. У него своя территория, он сам двигается. Ну да, он по той стороне там, блин, банки, хуянки собирает, хули. Смотри, Валера, в каких-то телах, хули. О, нихуя. Валера, может тебе крем дать, что почистить? И бабочку. Ухо, блядь. Ухо. Ухо, пиздец, такая вот хуйня. Короче, ребята все тут с похмелья. Кто да, с похмелья, кто уже в ума, блядь. Да. Куба еле живой пошел, блядь. Так он еще с утра был. Ну давайте, за знакомство. Ну, короче, знаешь что? Валер, за знакомство. Подписчик, короче, приезжал, понял? Меня искал. Типа я Валеру пиздил. Я говорю, Валера, я тебя когда-нибудь пиздил? Я говорю, что за хуйня происходит? Знаю. Ну, Валера так хуй. У него постоянно 51-я статья. 51-я статья. У вас сегодня ролик зайдет. Сегодня я и бомжика видел, и Кубу, вас двоих, дядю Женю. Колю не видел еще. С Колей бы потрещать. Каким Колей? Да это бородатый лысый, бля. Че он там, чепушится нахуй? Подожди, я Геноцвале уже сказал. А. Геноцвале. Ну, я знаю. Он шатанул раз. Да? А тут вообще будет нормально. Нельзя так, хуль, блядь. Я в цвете. Нас и так... А, знаешь, за что я с ним хотел поговорить? Ты помнишь, на вокзале жил маленький бородатый Эльчин? А, да. Вот его нашли, искали, в розыск подали. Я там с родителями с его переписываюсь. Короче, нашли в морге, нахуй. Да. А вот у нас один представился. А в последнее время... Ну, этого я что-то не помню. А в последнее время он жил с этим, с Колей, с Лысым. Коля с Лысым, еще Женя один терся здесь тоже на вокзале. Да мы все, но это наше будущее, ебать. Ну да. Как нам еще иначе? Если я только такую бабу найду, как у тебя, конечно, я там, блядь, буду, нахуй. Да там какие-то две подписчицы там за тебя топили, нахуй. А хули он говорит, о, блядь, какой-то стал хуевый, то ходил весь чистенький, блядь. Ну, я сейчас, ходил чистенький. Сейчас да, более-менее нормальный. Шмотки, блядь, меняю. Да, ну у тебя со здоровьем пиздец. У тебя со здоровьем пиздец. Рожа опухшая, блядь, пиздец. Не, вот так-то если не попить, нахуй, недельку. Недельку, да, не 10. В тюрьме я отойду. Сейчас до Денчика с Танчиком поеду. Скоро поеду. Валерка неразговорчивая, нихуя. Расскажи хоть что-нибудь, Валер. Блин. Где ночуешь там? Как обычно. Где попало, да? Реально конец. Где получилось там? Куда дошел? Дошел. Я его вчера к себе на базу же таскал. Это был вообще прикол. Он еле до туда дополз. Мы взяли с ним. Чачи, ебаный. А, я понял. У этого, да? У Азербота. Шатало, пиздец. Где я нам бесплатно вообще... наливали, да? В той конторе? Да, мы там бесплатно наливали. Я обратно еле выпал. Она вообще пахла. Так мы постоянно вот с Танчиком, когда жили под платформой, Танчик, Лена, ну там кто еще приходил, мы постоянно брали самогон у них там, чача, блин. Не, я сейчас к этому не хожу. К Лёве? Да ну и нахуй. И там пожрать. Он стоит, это чача, бутылка, да? 200 рублей. Я беру за 150. Мне еще и пожрать. Смысл мне до Лёвы идти?
Ну да. И там такая смертельная штука, что, блядь... Да я знаю, я сам пил. Мы вдвоем, вот, выпили, мы даже не допили. Когда, ну, помнишь, это, с отдела-то шли, мы тоже самогон же покупали. Да, ну. Запарили тему, брат. Да, мы чачу туда брали. Да, да, да. Там пиздец. Выпивайте, ёпта, а то крякните нахуй. Да не нахуй крякните. Подожди, дай провалиться. А, ну, закури тогда. Ну что, мы выпьем и все. Так-то жаба давит. Да ладно. Нормально, спасибо, чекушки. Более-менее, а там надвижняк пробьет, найдете. Ну. Что, блядь, сука? Все, Валера, блядь. Я тебя пизжу. Заебал. Понял? Вот у меня брод, видишь? Сними мне швы. Ножнички надо маленькие. Педикюрные, маникюрные ножнички. Один угол обрезаешь, за второй вытаскиваешь. Можно без пинцета. Да он мне вообще на живую зашил. В бодке. Да мне тоже бошку на живую зашил. На живую, блядь. Я пьянющий был. Говорит, наркозы мы будем делать. Какой ему нахуй наркоз, ебаный? Вот такой наркоз, это, мама, не горюй. А мне мусора тоже говорят, ты когда-нибудь трезвый бываешь? Я говорю, в смысле? Они, ну, в прямом... Сюда-то, сюда в отдел не залетал? Я здесь и в тот отдел. Где мы, были, помнишь, да? Ночевали? Умирали, нахуй. Да. Где-то нервничал. Ебать. Я там... Да ну нахуй, ты представляешь, 40 лет первоходом заехать, еще, блядь, лет по 7 бы дали, ну, если бы всех забрали. Меня 7, забрали, 7 минимум мне бы дали. Минимум, мне пятнашка. Ну. Минимум. Тебе пятнашка, танку пятнашка, нам с танком по 7, блядь. Пятнашку, и этому Денчику пятнашка, по 14 там так. А так, ну тебе бы тоже навалили, да? Навалили. Ну десятку бы под десятку. Ебанули бы, да? Я того рот ебал. Если б я только поехал. Я бы хуй вышел оттуда. Только хотел сказать, братан, уже поздно. Да. Это все, это смертный приговор. А сейчас у меня 158-я первая. Не знаю, посадит. Что, в отрицало и... По первой не посадит. Я, блядь... Да как у него рецидив? Сколько у тебя ходок? 3, да? 4. 4. Дознавателю говорю. На фотографии посмотри внимательно. Где я? Он такой. Да? Ладно. Потом на следующий день прихожу, операми такие тянут. Ты что, говорит, охуел? Я говорю, что, хуль ты в отрицало пошел? А я меня в шестером хуярили. Чтобы я взял эту цель. 180 метров кабеля. Я говорю, это не мое. 180 метров, нихуя себе. Скажи, утащи, я... блядь, 180 метров вот этого кабеля. Вот, чит... вот, который нижний висит там. Ну, я понял. Его 7 метров такой пробил. А я в одну ебал, прикинь. Съебался. Ну, с другой стороны, своя ноша не тянет, блядь. Если бы была возможность пиздануть, я бы не думаю, что ты отказался бы, блядь. Бензобак пиздил, блядь, от этого, от самолета. Ну и то вдвоем. Ракету, да, он алюминий, чистый алюминий. Ракета, окей. Запасной бензобак. Он как ракета. Торпеда. Вот. Да хватит тебе там чесать ты эту шрам свой, нахуй он тебе нужен. Ебал, блядь, заебал, блядь, руку в стеку нахуй, я, блядь, кувыркнешься, блядь. Я же стеку, нахуй, стеку. Не ругайтесь, похмеляйтесь. Мы не ругаемся, когда. Видал, даже в одно слово. С этим разве можно ругать? А с этим долбоебом можно ругать? Я ему все шмотки отдал. Что, сеструха-то ничем не греет? Никак? Я не хожу. Я уже, блядь, не был дома. Бухать будешь? Блядь, наверное, месяц. Тут колючий полтора. Приезжал. Когда? Недавно.
Да ну нахуй. Я, кстати, хочу сегодня до Китай-города. Говорят, он там трется. До Китай-города доехать. Если не нахуячусь по дороге. А то сейчас там 50 грамм, там 50 грамм. Я хуй доеду. Че? Че говорит? А че говорит он весь такой? Ну, он приоделся такой, отошел. Ну, там в центре, там шмотка дохуя, ёпта. Там, знаешь, сколько шматья, там и новые... Мы туда за ночь просто ночью приезжаем. Ну. Мы там сшибаем бабок. Я ну, там... да, по три, по пять, на. Там и... у нас на Китай-городе там есть кого кружануть, да, блядь. Если мы, блядь, шампанское пили за 60 тысяч. Ну. Адвокат охуел. Рома. Такой, да ну нахуй. С вами ездил. Да. Вы шампанское. А мы как с горла, понял, как это. С горла, как обычно. Аристократы. Блять, ну это шампанское с горла, да, пьет. Глоток сделал, как, блядь, через нос, через рот, блядь. Пизду, через пизду не лезет. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал. Это не прямой эфир, это запись. Да? Да. Сейчас попробую. Слышь, сейчас попробую прямой эфир включить, а запись на завтра выложу. Вот. Подписывайтесь на канал. Давайте поможем пацанам чем-нибудь хотя бы. Кто чем может. Кто шматьем, кто едой, кто копейкой. Ставьте лайки, смотрите видос. Видос вот этот будет отличный, тут почти, блядь, на 50 минут. Этот видос зайдет вообще хорошо. Мне даже, может быть, его кажется, на пятницу, на субботу куда-нибудь отложить. Но... Ты давай прямой эфир. Сейчас, сейчас я да запишу. Все, ребятки, всех благ, всем спасибо. Вот, живы ваши основные. Все живы. Манька, наверное, в автобусе катается, да? Манька, да. Да, обычно. Но... Все, ребят, удачи всем, всех благ.